В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Карагандинские рабы. Кто они? Стабилизация цен на продукты первой необходимости и лекарства. Весенний ретро-блюз. Мода Советского Союза возродилась. Рабство – незаконное лишение прав и свобод, закрепленных в Конституции Республики Казахстан. В Караганде полиция проводится проверка по заявлению 5 человек о пребывании в рабстве, сообщили в Департаменте внутренних дел области. Семейные пары, которая сбежала от непосильной работы, познакомился наш корреспондент. Айбулату часто приходится успокаивать свою жену. Несчастье с ними случилось в ноябре 2013 года. Из Алматы они ехали в Уральск. В Караганде на автовокзале все и случилось. Динара решила помочь бродяжке и дала ему 200 тенге. Телефон зазвенел, а он у меня в кармане видел, что у меня купюры крупные были. По 1000, по 10 тысяч. Он у меня вот так видел и телефон зазвонил. Заловка с Уральска звонит. Мы еще сказали, в Караганде мы. И так пока случилась эта ситуация. Пока дозвонились, пока сзади кто-то подошел, меня ударил. А это к 5 часу где-то было. Вот так в одночасье Айбулат и Динара оказались без денег и документов. Все в автовокзале стоят, милиция ходит. Ни одна живая существенность нам не помогла, понимаете? Нам и новые вещи, новые, все полностью обокрали. Мне еще беременная была. У меня кровотечение открылось, у меня уже срок большой был. 3 дня супруги обитали на вокзале, правда, им помогли пережить эти дни. Бомжи. Сами питались из мусорных баков, а Динаре покупали еду в столовой. Через 3 дня подъехал парень молодой, предложил работу. Мы согласились на месяц, потому что нам деньги нужны были на работу, домой ехать. Он говорит, да, месяц. Вот поехали мы на зимовку туда, приехали. Первое время было вроде нормально, там месяц-полтора. Вроде отношений было такое нормальное. Да, уважительно, все хорошо было. А потом все как будто... Подменили человека, и все в один миг, все испортилось, все изменилось. Работа тяжелая, с 6 утра до 12 ночи. Врачебной помощи никакой. У Динары произошел выкидыш. В больницу ее так и не отвезли. Там молодой парень тоже работал 1,5 года. Работал он полтора года? За 1,5 года устал. Устал тоже? Устал, говорит, не могу уже туда-сюда. Один в поле не воин, говорит, один не могу я убежать. И сам я, говорит, с Караганды. Он сам местный вот здесь. Ну... И вот они когда уехали... Там куда-то в Шеск, мы решили вот все втроем убежать 22-го. Ну, мы просили деньги, они еще такие так, как-то еще готовы собрались, поработать. Все, оделись и в 11 часов вечера вышли, и буран как раз начался. Мы вот как сейчас сидим, друг друга так не видели, пока фонариком не посветишь. Мороз, метель, низги не видно, рук и ног уже не чувствуешь, но идешь, иначе конец. В 10 часу мы вышли на грейдер, нам хорошо, вот женщина. Дай бог ей здоровья. Это тетя Наташа, вот с Темиртауской кислородной, у нее свой цех есть. Вот эта женщина нас очень-очень нам сильно помогла. Нас в МЧС повезла, накормила, напоила нас, теплом согрела, денежек дала. И вот теперь Айбулат и Динара ждут, что скажут доктора клиники имени Макажанова. Сейчас состояние стабильное, ближе уже к удовлетворительному. Больные готовятся уже на выписку. У 2 больных удалось нам сохранить, как говорится, конечности. Мягко говоря, они у нас ничего не оставили. Одного пациента, к сожалению, пришлось выполнить ампутацию пальцев одной из кистей. Из 162 стран в рейтинге мирового рабства Казахстан занимает 85-е место. А желающих найти даровую рабочую силу не уменьшается. Это там, много. Это там рядом зимовки есть тоже. Ну, там 10 километров, 20 километров тоже зимовки. Их там много. Оттуда тоже убегают, но одного поймали, избили, обратно притащили. Даже сами же... Он не успел до грейдера дойти. Сами же участковые боялись вот даже обращаться. Потому что они все вместе связаны. По факту незаконного использования рабочей силы полицейскими возбуждено уголовное дело. Сергей Высокосов, Габиден Куружбеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Какие меры принимаются в Карагандинской области для стабилизации цен на товары первой необходимости? Эти и многие другие вопросы сегодня задавали народные избранники на заседании депутатской фракции партии «Нур Отан» при областном маслихате представителям местной исполнительной власти. Подробности в следующем сюжете.
Депутаты областного маслихата, члены депутатской фракции партии «Нуротан», заслушали доклады руководителей государственных управлений, контролирующих цены на продукты питания. Вроде антимонопольная инспекция области делает все для того, чтобы сдерживать стоимость на товары первой необходимости. Но они все равно продолжают расти. Особенно в последнее время подорожал сахар. Сейчас, я уже озвучил, например, сейчас сахар, мы расследование ведем, они поднимали цену, имея у них запас, они поставили цены, например, они закупали в сахарном центре по 120 тенге, продавали по 125 тенге, без проблем, они от этого прибыль получали. А после этого, после 11 февраля, имея запас, они поднимали цены на сахар, мы этот момент рассматриваем. В некоторых районах области увеличилась цена на хлебобулочные изделия. Ведь никто в убыток себе работать не станет. Поэтому некоторые пекарни были вынуждены поднять стоимость на свой продукт, чтобы не разориться. Сейчас идет формирование цены, и опять ориентир идет на крупные хлебопеки. Сейчас Акиматин говорит, мы опять оставим цену 43, потому что вы год назад торговали 37-38, вам это достаточно. А малые хлебопеки, они тот год выживали. Сейчас они вообще в панике. Если сейчас 43 оставят цену, значит они разорятся. Как сказал народным избранникам начальник управления сельского хозяйства области Бауржан Асанов, сейчас планируется, что хлебопекарные производства будут отпускать хлеб по 43 тенге, а в магазины города они поступят в продажу по 45. Есть хорошая новость. Дело в том, что благодаря акиму области и, наверное, управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства достигнута договоренность и подписывается у нас акиматами меморандум о снижении тарифа до 50% хлебопекам. Я думаю, тоже да, определенные, наверное, какие-то поддержки будут в этом плане. Напомним, что глава государства Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны обратить особое внимание на необходимость активизации работы по недопущению необоснованного роста цен. Контроль в этом направлении ведется и в Карагандинской области. Николай Кравец, Ажаз Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В январе 2014 года в Налоговый кодекс Республики Казахстан были внесены изменения и дополнения. Они коснулись налогообложения физических лиц, налога на транспорт, имущество. Сегодня руководители управления налогового департамента по Карагандинской области провели семинар с участием налогоплательщиков. Семинар был организован совместно с карагандинским филиалом партии «Нуротан». Собравшихся гостей интересовали множество вопросов, касающихся налогового законодательства. Изменения коснулись налогообложения физических лиц, налога на транспорт, имущество. Есть и другие изменения. Более подробно о них рассказал руководитель налогового департамента по Карагандинской области Талгат Мамаев. Претерпели изменения определенные вопросы в налогообложении налога на добавленную стоимость, внедрение абсолютно новых методов и подходов в оформлении электронных счетов фактур, которые вступят со второго полугодия, а также вопрос по определенным изменениям корпоративного подоходного налога и налогов в сфере недропользования. Подобные семинары проводятся ежегодно, где руководители налоговых органов организовывают разъяснительные работы по новым изменениям. С помощью налогового кодекса страна формирует свой бюджет. От того, насколько грамотно сформирован этот документ, как его понимают не только налоговики, но и налогоплательщики, зависит судьба каждого казахстанца. Это задача нового комитета, то есть у нас цивилизованность современной страны, поэтому мы поддерживаем все инициативы. Как показывает практика, проведение таких встреч с налогоплательщиками являются одним из эффективных способов разъяснения налогового законодательства. По словам организаторов, в Караганде проходит лишь первый блок семинара, ну а второй планируется провести в городе Жезказган 12 марта текущего года. Также будут проводиться выездные встречи и по другим городам и районам области. Гульнур Жакен, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Управление по чрезвычайным ситуациям города Караганды проводит противопаводковые работы на Федоровском водохранилище. Они необходимы, потому что водная жемчужина шахтерской столицы окружена дачными товариществами. И в случае переполнения ванны водохранилища возможно подтопление домов и улиц даже в Большой Михайловке. Да и республиканские весенние командно-штабные учения вот-вот начнутся. Немного истории.
Почему карагандинцы с трепетом относятся к Федоровскому водохранилищу? Во-первых, не в каждом городе имеется такой водоем. Во-вторых, это история, которая рождает городские мифы. Федоровский угольный разрез был открыт почти в самом начале существования Караганды, 30-е годы. А уже в конце 41-го года его затопили. Причин затопления в разных источниках указывается две. Самая распространенная – прорыв грунтовых вод. Говорят, что разрез так быстро наполнялся водой, что рабочим пришлось спасаться, оставляя на дне технику и оборудование. Вторая причина – угольный пласт выработали полностью и затопили специально, пустив туда воду из реки Сокр. Скорее всего, первая причина более правдоподобная. Подземные источники в том районе действительно очень мощные. Из интересного о разрезе можно рассказать то, что в его водах был затоплен после демонтажа памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Однако это, скорее всего, просто легенда, та самая городская легенда. Но у чаечников более прозаичные, но и более важные дела, чем обсуждать мифологию водохранилища. Мероприятия себя включают расчистку водоотводящего канала реки Сокр, также усиление шлюза регулятора для недопущения перелива Федоровского водохранилища еще раз. Работы проводятся совместно с коммунальным предприятием «Сукаймалары». Будем надеяться, что паводковая ситуация на Федоровке будет стабильной и без ЧП. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Мода Советского Союза возродилась. Сегодня в областном историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки и инсталляции «Весенний ретро-блюз». Познакомился с модой советской эпохи наш корреспондент Амина Смакова. Элегантные шляпки, платья завышенной талии, юбки тюльпан – все это было представлено сегодня в Краеведческом музее. Выставку провели как раз в канун Международного женского дня. За неделю до этого показа все желающие горожане могли принести платья и другие аксессуары, которые были так популярны в советское время. Девушки-модели продемонстрировали более 10 фасонов юбок, платьев и шляп. Многим из них более 20 лет, а то и больше. К примеру, Наталья Демиденкова носила это платье в 1985 году. Оно из натуральной ткани, привезенной из Польши, было едва ли не единственным экземпляром в Караганде. Фасон платья сейчас снова вхож в моду, так что Наталья еще не раз его наденет. Платье импортного производства в Караганде, таких платьев было всего два. Я, конечно, оно выглядело очень эффектно. И хочу сказать, что, по-моему, актуальность оно не потеряло и сейчас. Я думаю, что летом я его буду носить. Помимо этого платья, Наталья на выставке представила и ярко-оранжевый зонтик. Его женщине подарил папа в 1974 году. С того года и по сей день Наталья с ним не расстается. На выставку также пришли мастера декоративно-прикладного искусства, которые специально изготовили аксессуары советской эпохи. Маленькие сумочки на длинном ремешке, броши, бусы и многое другое представила Елена Альчедаевская. Женщина все свои изделия делает из шерсти. Елена занимается этим ремеслом всего 3 года, но глядя на эти кропотливые работы, можно подумать, что мастерица всю жизнь посвятила этому делу. Вот здесь представлены работы двух видов. Это мокрое валяние и сухое валяние. Каждый предмет занимает разное количество времени. Все зависит от того, насколько сложно в исполнении. Но самое простое, что можно сделать и достаточно доступно, это бусины. Оценивала выставочные экземпляры советской эпохи приглашенный гость, известный модельер Галина Суворова. Мода во все времена была очень сильным, мощным инструментом. И мода всегда покоряла, мода вдохновляла, мода объединяла очень много людей разного уровня и разного класса. Участники и гости остались довольны. Кто-то вспомнил свою молодость, глядя на эти вещи, а кто-то примерился и решил, что можно из коллекции применить для своего гардероба. Ведь многие тенденции 60-х снова входят в моду. Амина Смакова, Алжас Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. У полиции бывает женское лицо. Накануне празднования дня 8 марта в Департаменте внутренних дел Карагандинской области поздравили ветеранов органов внутренних дел. Тех, кто облагораживал порой нелегкие будни службы. Около 700 женщин-полицейских насчитывается в Карагандинской области. Сегодня они на заслуженном отдыхе. Для них был организован праздничный концерт. Ауырмай,
Сегодня песни, все цветы и все мужские улыбки только женщинам. Погоды не повлияли на стать бывших офицеров. Наоборот, до сих пор военная выправка чувствуется в поступе женщин-полицейских. Но она нежна и так привлекательна. Своих коллег от имени руководства ДВД Карагандинской области поздравил начальник управления кадровой работы полковник полиции Ержан Уахитов. Женщины несут на своих хрупких плечах основную тяжесть житейских хлопот, но при этом выполняют самые сложные задания, требующие полной самоотдачи, поддерживают мужчин в трудные минуты. И они им благодарны и искренне желают исполнения самых смелых мечтаний. Пожелать прежде всего здоровья, благополучия, любви, красоты, мира. И, как всегда, любят женщины. Какую деталь любят? Бриллиантов, чтобы было много у вас в жизни. Весь вечер песни звучали за банкетным столом. И, конечно, ни одна женщина не ушла без ценного подарка. Есть много важных государственных праздников, но ни один не сможет сравняться по такому количеству улыбок, как 8 марта. Весна на дворе. Наступает время прекрасных женщин, а погоны на плечах только придают им женственности и достоинства. Сергей Высокосов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В канун Международного женского дня 8 марта во Дворце детей и юношества отдел образования города Караганды организовал торжественное мероприятие «Арулар Асылжандар», где звучали теплые поздравления в адрес милых женщин. Гостями были и наши корреспонденты. Сегодня на праздничную встречу собрались женщины-педагоги, которые своим неустанным трудом вносят огромную лепту в образование и воспитание подрастающего поколения. Также педагоги-ветераны, труд которых за долгие годы был отмечен орденами, различными наградами, грамотами. Все они были прекрасны в этот день. Мужской коллектив Дворца детей и юношества от всей души поздравил своих коллег-женщин с праздником 8 марта. Ну а воспитанники подарили море позитива, танцевали, пели песни, которые были посвящены уважаемым и любимым учителям. Организаторы выразили свои пожелания милым женщинам. Сегодня у нас в зале собрались наши красивые женщины города. У нас, если в целом взять образование, у нас 80, даже больше 80% – это наш прекрасный пол. То, что наши успехи, успехи в области образования, особенно в год 80-летия города нашего города, это наши ветераны женщины, поэтому мы вот сегодня поздравляем. Маленькие воспитанники детских садов города не остались в стороне. Они пришли поздравить своих любимых, нежных, самых добрых мам, бабушек с праздником 8 марта. Только для них и звучали стихи и песни в этот прекрасный день. Мы вас любим, дорогие наши мамы и бабушки! Педагоги и ветераны выразили огромную благодарность организаторам и воспитанникам дворца за теплый прием. Надо любить женщин, надо постоянно говорить им комплименты. Поэтому поздравляю всех женщин с праздником весенним, красивым, таким солнечным. Красоты, добра, тепла и уюта. Для любого педагога очень важно видеть результаты своего труда. Ведь в своих учениках они вкладывают все самое хорошее, светлое и теплое. И, конечно, ученики оправдывают все возложенные на них надежды. Гульнур Жакен, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Аман Саубонгстар.